родился 22 июня 1942 года в Черногорске, Хакасия, СССР. Мать – Мария Смирнова, исполнительница романсов. Отец – Николай Смирнов, военный летчик, погиб под Сталинградом, воспитывался бабушкой, учился в Суворовском училище, окончил Ленинградский театральный институт в 1965 году. Мастерская Бориса Зона, был актером Ленинградского театра Ленинского комсомола. В 1967 году женился на болгарской студентке Сильвии Спасовой и вместе с ней уехал в Болгарию. С 1969 года актер Национального молодежного театра в Софии. Снимался в кино, пик популярности у болгарского кинозрителя. 1970-1980 годы. Сохранял гражданство СССР и России. Ушел из жизни 10 августа 2000 года в Софии, Болгария, после перенесенного тяжелого инсульта на 59-м году жизни.